Почему не приходил на эти митинги? Сразу скажу, не приходил, потому что немножко неуютно себя чувствовал из-за пассивности армии. Но сегодня у меня большая радость. Наконец-то наша армия очнулась, проснулась и приняла решение. Сейчас прошла информация. Вроде какие-то группы вооруженные хотят там кого-то в генеральном штабе арестовать. Я не знаю, что за идиоты могут быть, которые пойдут туда, чтобы арестовывать военных. Они просто пойдут туда, их там всех свяжут и приведут вот сюда на площадь. Больше ничего не будет. Я недавно слышал этого товарища, если его можно товарищем назвать, Андроника Кочеляна. Говорит, стрелять будут. Вы знаете, я его хорошо знаю. Он не знает, к какому полю примкнуть. То к одному, то к другому, то к третьему. И везде у него не получается. Он несчастный человек и трус из трусов. Нигде на фронте не был. Он там форму эту одел, бороду отпустил, думает, он хороший мальчик. Он обыкновенный засранец, больше ничего. Хотя в 92-м году немножко пользу приносил армии, но это было давно и уже забыли. И еще вот, все говорят, 2016 год мы проиграли. Все говорят, что в 16-м году мы попросили мира. Я клянусь могилой своего отца, никогда в жизни перед турками ни о чем не просил, и у турок ничего не просил. Они меня все время просили. Они нас все время просили. Они были все время под нами. И все время смотрели, что мы скажем. И Садыков, понимаете, неудобно мне говорить, но раз уж пришел такой момент, я скажу. Садыков очень плохо себя чувствовал, когда мы в Москве с ним встречались. Очень плохо. Там много было офицеров, генералов. Он после этого совещания черный был. Он проигравший был, а мы выигравшие были. И надо было это использовать. Не нужна была война. Ее можно было не допустить. Но случилось то, что случилось. Нам очень трудно будет и армию восстановить. И вообще-то в стране сделать так, чтобы друг другу люди снова начали улыбаться. Это очень сложно сделать. Я думаю, Вазген Манукян за этот год, он все это сможет сделать. Я его знаю. Я целый год был у него заместителем. Он отважный, смелый и очень умный человек. И очень честный человек. Вазгену Манукяну желаю в будущем успехов и удачи. Лавренко.